Празднование юбилея Ленинского района добрым эхом отзывается в сердцах жителей муниципалитета, которые активно принимали участие в различных мероприятиях, и в фото и видеопостах в соцсетях. Наш мобильный репортер побывал в этот день на концерте камерной джазовой музыки в усадьбе Тимохова-Саласкина. Под звуки джаза, так называлась программа, в которой участвовали совсем юные музыканты, воспитанники детской школы искусств города Видное. Любители джазовой музыки, пусть их было и не так много, остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.